порча на одиночество и лишение дома. На уголе мел на 13-е. К хозяину перекрестка. Берем мел и уголь. Идем на пеший перекресток, где песок. Высыпаем угли, после закапываем их, засыпая песком, все чистое, место красивое. Говорим. Хозяин перекрестка тебя призвал сегодня в 13-е. Тебя о помощи прошу, моего врага всего лиши. Бездомные его определи, всего его лиши. Пусть одиноким он прибудет, навеки в одиночестве прибудет. До конца дней своих и в последующей жизни так и будет. И ложим сверху перья диких птиц, одно черное обязательно, и черный гладкий округлый камень. На нем мелом обвести пентаграмму в круг и докончить. В круг его жизни замыкаю, не вырвется никак, все исполнится так, как хозяина перекрестка 13-го просил и заклинал. Рассказать, что вам сделали, если причина веская, все исполнит. Уходите, но сперва бросить водку черное перо в море. Заклятие повторить при откупе. Ритуал с 12-го. 14-е включая. В круг его жизни замыкаю, не вырвется никак, все исполнится так, как хозяина перекрестка 13-го просил и заклинал. Откупаюсь.